И всем здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые зрители. Всем здорово, ребята. С вами сегодня Шмель, да. Сегодня будет такие небольшие две информации для вас. Возможно, для кого-то это приятно, и возможно, наоборот, там некоторые кто-то говорит, нафига ты это вообще так сделал. В общем, в первую очередь, у меня новый скайп, вот вы. Где Шмель, ну где мой ник, и пониже вы тут можете увидеть логин моего скайпа, можете меня добавить, но не боитесь, он также будет под описанием этого видео. Да, но это первая новость, что у меня новенький скайпик. Третья новость, нас собралось уже практически это 500, каждый день прибавляется уже по 4 человечка, это вообще вот просто вам респект, ребята, от меня. Да, теперь вы знаете то, что я снимаюсь с многими прикольными ребятами, но нас, ну как бы вам объяснить, мне не хватает команды, да, команды зоны 51. И сегодня я вот решил таких два билетика золотых разыграть на вступление к нам в команду. Короче, условия, что вы, короче, ну кто вы? Вы поняли. Вам должно быть хотя бы 11 лет. Хотя бы, да. И так далее. 11. Вот именно 11. Не меньше и не больше. Ну, путай, блин. Больше можно тоже. Хрени поднесу. Да. Где же вы можете оформить заявку? Допустим, вам там не 9. Ну, допустим, 9 вам лет, да. И вы все равно хотите попасть нам в команду, вы можете оформить заявку в группе ВКонтакте в нашей, вот тут вот. Тут вы пишете, вот видите, вот первое вы должны написать свою фамилию, имя, сколько вы играете, наличие скайпа, но это обязательно. Возраст, твой псевдоним, но это типа ваш ник, как вы на канале, там у вас, допустим, вот у меня уже мой псевдоним Шмель, да. Вы хотя бы должны не менее играть год, вот именно год, чтобы вы там не были никаким нубом, это вот обязательно. Вы должны хотя бы быть таким по PvP средненьким, ну, чтобы вас там не могли сразу в начале раунда затащить, как нас. Ну да, там были случаи, когда нас тащили с пауком в начале раунда, ну и то мы сами нарывались, а пятерых убивали, а потом сдыхали. Ну не суть важно. В общем, вот так все делаете, вот заходите в эту группу ВКонтакте, вот это вот копируете, допустим, да, вот так, копировать взяли, сюда вот вставляете и отвечаете на вот эти вот все вопросики. Так же, как вот это вот сделала Алиса, или как ее. Ну, в общем, вы, ребята, поняли, что вам нужно сделать. Также не забывайте заходить в нашу группу ВКонтакте и участвовать тут в некоторых вопросах. Да. Так что мы очень ждем вас, кто согласится вступить в наш орден, нашу команду полностью. А, также вам желательно нужна лицуха, но это не обязательно. Опять же. Да, вот такие требования. А, ну, скорее всего, еще последнее требование, то, что у вас должно быть сзади нарисована овечка, да. Это такая из, ну, небольших таких, наверное, критериев, то, что вы должны сделать, нарисовать сзади на скине овечку. Скине овечку, ну, вот так вот. То, что я сменил скайп, я надеюсь, вас это не составит труда добавить меня еще раз и еще раз и еще раз. Да, конечно, мне там некоторые уже добавили, вот друзья, вот это буквально вот за вчера вроде мне добавили, но я их пока добавлять не буду, это потом. Да, извините, что спалился скайп там, ну пофигу. В общем то ребята, скайп будет под описанием, я надеюсь, вы вступите к нам. Не забывайте то, что вы хотя бы должны в готик играть, не должны таким быть нубом, можно сказать, школьником. Конечно, паук школьник, но он не такой нормальный. С ним можно еще как-то снимать. Да,
Не забывайте, только два билета. Приглашаем только вот двоих человеков, ни больше и не меньше. Потому что Скоробей там чуть не может. Алиса, кстати, вот, наверное, сейчас такая просьба к Алисе будет. Она отправила нам заявку, ни разу не позвонила в скайпе. Насчет вот таких вот, кстати, вот вы, допустим, добавили, да, заявку нам на получение, ну, на поступление к нам в группу, в команду. И вы не отвечаете некоторое время. Через месяц или два ваша вот эта, ну, заявка, она автоматически блокируется, и вы, короче, не можете нам звонить и написать. Мы можем, короче, вас даже на YouTube заблокировать и пометить, типа, как спам. Да, вот такие вот критерии. Очень жестокие, я сам знаю, но как бы надо все-таки посерьезнее немного относиться, хотя я вообще